Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас опять посылочки с сайта, с торговой площадочки AliExpress. Это 4 штучки. В трех я не знаю, что здесь. Здесь у нас шапка. Давайте откроем самую черную, неизвестную мне посылочку. Сейчас. Оп, что-то трудно открывается. Вот честно говорю, не знаю, что там. Мыло? Но... Мыло? Блин, надо продавцу деньги тогда возвращать. Он мне отправил мыло, получается. Я открыл спор, и он даже ничего не написал. Он просто вернул мне деньги, получается. Так, нехорошо. Надо связаться бы с ним. Турмалиновое мыло. В общем, давайте я расскажу кратко о нем. От прыщей, от черных точек. Черное, даже сейчас распечатаю. Ой-ой-ой. Вот такое вот мыло. Вот. Пахнет, кстати, прикольненько так. Неплохо, турмалиновое мыло. Все, в общем, на китайском языке вот здесь. Вот, наверное, вам будет видно вот здесь иероглифы. Вот, обязательно попробую и скажу вам, как это мыло. Но мыло пахнет просто великолепно. Какими-то цветочками такими, так приятненько. Вот, давайте переходим к следующей посылке. Спасибо продавцу. Шла примерно 37-40 дней. Это мыло, значит, у нас... Ну, надо возвращать все равно деньги, так нельзя делать. Китаец старался все-таки. Я просто испугался, думал, он не выслал ничего. Оказывается, выслал. Надо с ним связаться. Так, все, с этой посылочкой мы разобрались. Мыло. Ах ты, блин, нож-то не падает. Так, запаковываю. О, а здесь у нас наушники. Xiaomi, по-моему, так называется. Вот такая вот, значит, нам продавец дал коробочку и вот такие вот наушнички. Что-то они вообще так, запасные вакуумки. Хотя вот, честно говоря, вот не люблю вот такие вот вакуумки. Но говорят, это вообще шикарные Xiaomi наушники. Или Xiaomi, или Xiaomi, я, честно говоря, не знаю. Но сейчас я телефон подсоединю, значит, и мы послушаем, как они, собственно, играют. Так, сейчас будет проверка наушников Xiaomi или Xiaomi, которые стоили на AliExpress 70 рублей всего лишь. И эти вакуумные наушники, первые наушники, которые мне влезли в уши, и их не насилуют. Они там сидят так прикольно, так даже, ну, отлично. Сейчас послушаем, как они звучат. Говорят, очень круто. Так, ну давай. Угу. Так, одно ухо у нас не работает. Печально. Печально, но звук в одном ухе такой шикарный. Но, к сожалению, второе ухо не работает. Вот. Вот это вот ушко, оно не работает, к сожалению. Вот это вот работает. Блин, ну не знаю, что делать. Или открывать спор, или что-то еще. Не знаю. Печально, конечно, обидно. Ну ладно, там решим что-нибудь. Не будем зацикливаться. Шли они где-то 30, что ли. Ну где-то 30, наверное, не больше. Наушник, да, один не работает, действительно. Не знаю, зачем опять они мне. Опять будут валяться без дела. Ну ладно. Давайте переходим к следующей маленькой посылочке. Вот тут. Тут, наверное, бабочка, скорее всего, мне так кажется. Наверное, здесь у нас бабочка. Вообще все ломается, нож ломается. Посылки какие-то все поломанные приходят. Нет. Здесь у нас... все, это фишай. Знаете, наверное, что такое фишай. Все прекрасно это знают. Сейчас я, значит, распакую, поставлю это все на телефон. И вы посмотрите, как это все дело смотрится. Значит, вот такая вот у нас крепежка на телефон, чтобы не спадало линза, ничего. Вот такая вот линза, значит.
И там, по-моему, что-то еще, да? Тут у нас, мешочек. Обычный мешочек. Чехольчик даже так можно назвать. Тут у нас ничего нету. Сейчас тогда присоединю к телефону, и мы посмотрим. Давайте, пока телефон включается, сейчас я вам все покажу и расскажу. Так, это значит защитка для линзы, чтобы не покоцалась, ничего такого с ней не случилось. Так, сюда она надевается, да? Я же правильно все делаю? Да, вот так вот она надевается, так она выглядит к телефону. Так, включился, все. Сейчас будем ставить на телефон и все вам покажу, как снимает. Так, вот, в принципе, вообще отличная фишай такая, вот, она объем придает. Ой, как бы вам показать-то, а? Вот, видите, тут у меня посылочки, давайте щелкнем сейчас. Вот, ну, в общем, она придает так, такой объем вообще, так, прикольненько, слушайте, мне понравилось. Вот так вот. И сейчас я вам без линзы сфоткаю, чтобы вы понимали, что она действительно работает. Вот, без линзы. Сам все покажу. Вот без линзы. Надеюсь, видно все. Вот с линзой. Вот без линзы. Вот с линзой. В принципе, отличная линза. Стоит свои 70 рублей. Чехольчик, все, спасибо продавцу. Отличная линза. Вот, кстати, вот тут она откручивается. Это вот фишай, по-моему. А это вот макросъемка. Вот, макросъемку, ладно, уж я не буду показывать, потому что у меня, в принципе, нету мелких предметов. Так, и давайте переходим к самой известной посылочке. Это у нас шапочка на зиму. Мне, естественно, кому-то еще. Вот такая вот у нас шапочка. Шла где-то 28 дней. Недорогая, кстати. Что, пакет-то порвать, наверное? Давай порвем. Вот такая вот шапочка. Бок. Слушайте, клевенькая такая. На зиму-то, наверное. А хотя на зиму пойдет, знаете. Такая клевенькая. Вообще недорого, кстати, стоит что-то 2 доллара, что ли. В принципе, все прошито, ничего не торчит. Все качественно. Вот эти вот вок написано. Клевенько так. Слушайте, ссылочки дам. Заказывайте, что понравилось. Шапочка реально клевая. Вообще прошитая. Не пахнет. Ну, одним словом. Шапка стоит своих денег, качество, все отлично.